Здравствуйте, сейчас у нас небольшой обзор товара с AliExpress. Такая вот белая коробка. Это 8-портовое зарядное устройство. Поддерживает зарядку Quick Charge 3.0. Слева основные характеристики указаны. 40 Вт USB зарядное устройство. Модель YC-CDA19Q. Входное напряжение 100-240 Вольт. 50-60 Гц, 0,3 Ампера. Выходное напряжение 5 Вольт. До 8 Ампер максимальное. Выходная мощность 40 Вт максимальная. Quick Charge 3.0, 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера или 12 вольт 1,5 ампера. Разъем Type-C выходной до 5 вольт 2 ампер. Открываем коробку. Еще не распаковывал ни разу. Внутри белой коробки еще две белых коробки. Интересно. Так, берем маленькую коробку, смотрим, что здесь. В маленькой коробке шнур под европейскую розетку. Больше ничего. Большую коробку смотрим. Должно само зарядное устройство быть. Так и есть. Зарядное устройство и больше ничего. Так вот она симпатично выглядит. Здесь вверху экран и, собственно, порты для зарядки. Здесь 8 портов. 6 до 2 ампер, как я понимаю. 5 вольт. Один порт Quick Charge 3.0 поддерживает до 12 вольт. И один порт Type-C. Выход. Так, сбоку вход под 220 вольт, снизу прорезиненные ножки, USB charger, здесь также указаны характеристики и QR-код. На AliExpress практически все положительные отзывы о данной модели. Ну что ж, давайте попробуем включить. Включаем в розетку. Такая вот синяя подсветка. Так, давайте теперь попробуем подключить телефон. Телефон поддерживает быструю зарядку. Включаем разъем Quick Charge 3.0. Видим две молнии, то есть быстрая зарядка работает. Это хорошо. 1,2 ампера ток, разъем 7. Так, а давайте через USB тестер подключим. Так, зарядка пошла. Что здесь показано? 5,5 вольт, 0,7 ампер. Так, через другие разъемы, оранжевые. Так, видим, что она молния здесь на зарядке. И 5 вольт 0,4 ампера. То есть это не быстрая зарядка, а обычная. Здесь, в принципе, сходятся показания. 0,5 ампера, 0,52 ампера. Видим, что все разъемы работают, кроме Type-C. Нечем проверить. Вот, 1,3 ампера. То есть, зарядное устройство функционирует. Отличное зарядное устройство. Позволяет разгрузить рабочее пространство. Можно не кучу зарядок использовать, а одним зарядным устройством заряжать, например, повербанки. Разнообразные. Мобильные телефоны. И еще повербанк можно подключить. Быстрая зарядка, вот написано. Так, когда много потребителей, то данное зарядное устройство по очереди показывает канал и показывает ток, каким идет заряд. Вот первый канал 2,2 ампера. Пятый канал 0,8 ампер. Седьмой канал 1 ампер. Первый канал это Ромас повербанк. Реально, 2 ампера, 5 вольт. Вот видим, 89% уже. Такое вот отличное зарядное устройство. Теперь давайте попробуем нагрузить по максимуму с помощью такой вот USB нагрузки. 3 ампера. До 3,5 ампер спокойно выдает порт. Это хорошо. Также у меня вот было на канале обзор на зарядное устройство ТОПК. Здесь 8 также портов и один порт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 поддерживает. Отличное зарядное устройство. Работает каждый день, уже практически год. Не сломалось. Симпатичный дизайн, радует наличие экрана и, конечно же, наличие 8 портов. Можно одновременно заряжать до 8 устройств. Это очень хорошо.
Из недостатков я бы отметил то, что здесь, как я понял, всего один порт для быстрой зарядки. На AliExpress есть модели, я видел, до 3 портов быстрой зарядки, но они стоят в 2 раза дороже буквально. Ссылки оставлю в описании на данное зарядное устройство, также на зарядное устройство до 3 портов Quick Charge 3.0, который поддерживает. Ссылка для заказа данного зарядного устройства, также зарядного устройства ТПК и зарядных устройств, у которого до 3 портов Quick Charge 3.0, будет в описании к видео. Любые вопросы оставляйте в комментариях. Я все комментарии читаю и по возможности отвечаю на все ваши замечания. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.